Зоопатруль. Уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Бесконтрольное оставление животного, да, без собственного внимания не может гарантировать никакой его безопасности. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где помогают животным. Соседи нам сообщили о том, что владелец есть, что он уехал. Мы расскажем о том, как приют становится временным пристанищем для потерявшихся собак, где они в безопасности дожидаются хозяина. Я звал по имени Салли. Она сразу узнала и прыгала на мне. Следующий выпуск 2 июля в 19:30.